Конечно, а как же? Свет останавливает. Наверное, из всего населения 30% осталось. Какие мы были. И опять на 18 квартале, то есть на этом, нету света. Вот только что был, дали 2 дня назад, опять попали только что, все, опять света нет. Неизвестно, когда сделал. А я что-то думаю, что ты не знаешь, потому что я перед этим дезурил. То есть вот так маячок положил? Позицию вообще. Да здесь вообще ничего. Вообще зона боевых здесь были растяжки террористы. Наверное, это все мы сделали. Все, везде мины, не разорвавшиеся, растяжки. И они могут появляться по новой. Поэтому сейчас лучше переждать. Ну вот видишь, что люди как бы по денег потратили на это. Прилетело мины буквально, не знаю, 100 метров. Ну где-то 150. Ополчение сюда не ходит. Зачем? Что здесь наладить?